Загляду к архімандритам, картина маслом. Тебя все нормально? Или тебе помочь? Вот чудо природы. Видно, перевернулась еще, когда крылышки не до конца распрямились. Ну, так ты тоже кувыркнешься, стой. Чудо, реально чудо. Ну, чего ты, блин, пугливая такая? Почему говорю такая? Потому что по ширине брюшка это точно девчонка. Ну и по характеру, походу, тоже. Ну-ка еще раз, брюшка. Ты так хорошо махала. Капец, ну вот бывают. О, господи, да что ж тебя плющит? Иди. Тебе и так он крыло неровное. Давай распрямляй. Вот это признак того, что малявочка как бы пыталась распрямить их в перевернутом виде. Поэтому не долиняла нормально, и ножка там у нее кривая. Ну, посмотрю, что с нее получится-то. Иди, твоя шкура. Что, уже сожрали? Вот быстрый, блин, товарищи. Не успела полинять, у нее уже предыдущую одежду спионерили. Кошмар. Ну ты давай твердей, тут мужиков столько, вон очередь стоит. Так что кавалеру хоть отбавляй.